Я Нішко Андрій Андрійович, військовослужбовець Національної гвардії України, військової частини 317. Листовку я знайшов на вулицях Сєвєродонецька. І вирішив слідувати тим інструкціям, які на них написані. Благодаря вот этой листовке я смог спасти свою жизнь и остаться в живых. И надеюсь, смогу увидеть, ну, попали в ситуацию, в безысходную ситуацию. Вы можете сдать, сложить оружие, и у вас появится шанс увидеться родными. Все будет до спизды, ну. Тут не хочу это слово говорить, просто Народная милиция ДНР при поддержке вооруженных сил Российской Федерации в ходе спецоперации на Украине подавляют укрепленные позиции националистов в окрестностях Мариуполя с помощью ТОС-1А «Солнцепёк». Я Соболев Иван Александрович, заместитель командира 1-го мехзонного батальона 14-й бригады, майор. Родом из Киргизии. Учился в Узбекистане. Как союз развалился, по иронии судьбы, было распределение на Украину. Естественно, семья на Украине, и я остался на Украине. В 15-м году я был мобилизован. В связи с событиями на Донбассе была мобилизация, я был мобилизован. При передвижении
из одного пункта дислокации в другой пункт дислокации, вышел на блокпост российских войск в районе Калиновки, решил сдаться без вооруженного сопротивления. Блин, ну, человеческие условия, кормят, поят. Ну, там дома мраки. Эти ёбки, блядь. Пиздец. В дом уебали, да? Ну, что такое во дворе? Ага. Капрал полиции, да, Филипенко. Руслан Олегович. Дата рождения? 12.01.2000. Место рождения? Город Харциск. Как? Город Харциск. А где живешь? Место проживания? Город Ирпень. 24 или 25 числа. Точнее? Когда начались боевые действия. Так. Захотел вывести свою семью подальше, точнее мать, девушку, молодого человека, матери. Ты уже состоял в территориальной обороне тогда? Нет. А ты же, блядь, сотрудник полиции, как ты просто так взял, съебался с места жительства со службы? Нет. Били нахуй. Хорошо. Он оттуда прилетел. Сюда уебался.